Тут есть несколько интересных моментов. Так называемый новый мост. Его построили как бы несколько выше и несколько ближе к селу. Вот прорыли там новое русло для речки. А вот старое русло, оно вот здесь осталось. Поперек него просто сделали насыпь. Дорогу провели, засыпали. Вот. И все так и пошло. Здесь образовались такие тупички. Тут даже кое-какая рыбалка присутствовала. Народ здесь бывало сидел. Особенно почему-то вот с этой стороны. Ну, дальше наступило 1 августа 2021 года. Дожди небывалые. Небывалый подъем уровня. Все мы это освещали. И вся эта масса воды по мосту этому бетонному, точнее под мостом, пройти не смогла. А поскольку место здесь еще и пониже, и старое русло уже как бы существовало для реки, большая часть воды сюда ринулась, начала дорогу размывать, промывать. Промыла порядочную фигню. И весь материал, который когда-то закладывался в эту дорогу, не знаю, почему ее камнем не заложили, это место, я так понимаю, все было засыпано просто пескогравийной смесью, самосвалами все это засыпали. Может быть, надеялись, что вот эти вот сваи старые будут держать, как я понимаю. Настил сняли деревянные, а сваи остались. Вот. И все это вынесено было рекой. Надо понимать, что это сама насыпь. И здесь все-таки было русло какой-никакой реки. То есть на глубину туда вниз это тоже все засыпалось. То есть объемы были довольно большие этой пескогравийной смеси. Все это река благополучно за несколько дней, что она тут бушевала, вынесла. Вот и образовала вот такие косы. Теперь оказалось, что карьер на том берегу, больше гравия поблизости нету. И наши светлые головы, может быть, и правильно, решили разбирать наши тут развалившиеся, стоящие бесхозные постройки и забивать все это кирпичом, поскольку на том берегу деревня там. Семья живет с хозяйством. Вот, ну, семья это может как-нибудь и выжила бы. Но на том берегу соя. Дело идет к уборке. Вот. Если такими темпами пойдет, то можно до нее даже и не доехать. Вот пока ситуация вот такая. Тут есть еще кое-какие моменты. Ждите следующих включений.